Привет, это канал Криптомир. Я рад снова видеть вас на канале. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти компаниях. Сегодня я хочу разобрать проект DomRider. Это децентрализованная сеть аукционов в режиме реального времени. Это действительно очень перспективный проект, так как все, что связано с финансами, с аукционами, это привлекает большое количество пользователей, большое количество денежной массы, и если этот проект будет реализован качественно и применены все технологии, которые будут отрекламированы, то этот проект действительно будет одним из фаворитов этого рынка. Давайте узнаем о том, что же он из себя представляет. Итак, DomRider запускает токен DRT с целью финансирования своего роста и запуска на мировом уровне сети блокчейна, предназначенного для аукционов. Продажа токенов закончится через 26 дней. На сегодня уже собрана большая часть. Осталось в предложении 350 миллионов токенов. Вот, поэтому еще есть время присоединиться и поучаствовать в этом проекте. Аукционы на блокчейне я еще не встречал других платформ. Я думаю, что это будет очень интересный проект. Аукционы всегда пользовались популярностью. Это первый проект этого рода, и поэтому думаю, что его ждет успех при его, естественно, качественно-технической реализации. Давайте посмотрим, что же это за проект. Итак, ключевые факторы. Инновационные технологии от блокчейн-экспертов. Зрелость уже существующей компании и опытной команды. То есть есть действительно группа специалистов, которые являются профессионалами в этой области, и они уже работали на этом рынке с подобного рода продуктами, что дает существенное количество плюсов этой платформе, этому проекту. Это не только концепт, но и надежная дорожная карта и разработанный план. Компания, находящаяся во французской юрисдикции, чьи готовые отчетности проверяются аудиторской компанией KPMG. Надо сказать, что французская, то, что компания находится в ЕС, во французской юрисдикции, опять же, говорит о том, что компания ничего не скрывает, там достаточно сложная правовая законодательная база, и в частности в вопросе налогообложения, и при этом эти ребята, они действительно себя спокойно работают, соответственно, у них с юридической и с правовой точки зрения все хорошо, что опять же это еще несколько плюсов о том, что им нечего скрывать, они честно работают, и раз они вот выходят на рынок с таким предложением, у них действительно есть какой-то продукт, который готов уже к старту, к его успешной реализации. Итак, что же такое все-таки DomRider? Французский стартап, появившийся в 2013 году, специализируется на дропкетчинге. Эта технология состоит в мгновенной перерегистрации освободившихся доменных имен Comnet, Fair и их продажи на аукционе. Мы стремительно развиваемся, имеем в активе уже более 20 тысяч транзакций, носители 7 различных языков уже работают в нашей команде, которая насчитывает 30 человек. Мы предоставлены в 3 странах и смогли привлечь престижных клиентов, которые доверили нам перерегистрацию самых красивых доменных имен для использования в целях SEO-маркетинга или для защиты их брендов. То есть эти ребята будут продавать доменные имена, и давно этим занимаются. Это интересный, это нужный продукт, который будет пользоваться популярностью, который будет пользоваться спросом, и вопрос опять же в
в том удобстве для пользователя, которое будет предоставлено этим проектом. Ключевые данные. Аккредитация U27 TLD. 1 миллион доменных имен в месяц предлагается для предварительных заказов. 10 тысяч аукционов уже проведено. Это большой опыт. 33 человека в команде, 7 национальностей, 4 миллиона долларов инвестиций уже привлечено. Так, есть у них рекламные ролики. ICO Domrider объединяет два ключевых фактора успеха. Подрывные инновации от экспертов блокчейна и зрелость уже существующей команды и опытной команды. Создание новой экосистемы, применяемой к индустрии аукционов. Наш блокчейн open source с открытыми исходными кодами, предназначенный для децентрализованного аукциона в режиме реального времени, будет прозрачен, надежен, масштабируем и функционально совместим без ущерба для скорости. Система Domrider предназначена не только для регистрации аукционов и ставок, она лежит в основе совершенно новой экосистемы аукционов, направленной на предоставление инновационного решения для всех участников индустрии аукционов по всему миру. Аукционы, финансовые гаранты, эксперты по оценке, службы доставки, провайдеры онлайн аукционов и разработчики мобильных приложений могут подключиться к системе, предоставлять свои услуги и повысить ценность блокчейна. Ребята открыты для сотрудничества с действительно разными, ну, с ключевыми, со многими областями в этой сфере на рынке и уже готовы к работе с ними. Ядро системы, регистрация ставок транзакций, введение общих правил, расширенные функции, добавление специфических правил организаторам с целью их адаптации для различных видов торгов. Дополнительные сервисы, поставщики продвинутых функций, облагающие функционирование системы. То есть другие платформы могут проводить аукционы с схожей спецификой предложения. Распределение токенов каким будет? Итак, 35% будет продано во время ICO, 50% будут отведены для поощрительных акций в экосистеме и 15% будут распределены между задействованными в проекте сторонами, адвайзерами, команда сообщества. Каким образом будут использоваться токены? Как можно будет потратить токены? Это организовывая аукционы как гарантийный депозит для сертифицированных аукционов, побеждая в аукционе. Зарабатывать токены, продавая товары и услуги на аукционах, зарабатывая на комиссии с продаж, продавая дополнительные услуги в системе. Все типы объектов, физические и виртуальные, могут продаваться через блокчейн аукцион. Далее, есть дорожная карта. Проект действительно уже давно работает, уже еще в 2016 году был этот проект привлек 2 миллиона долларов. В 2017 еще 2 миллиона дополнительных инвестиций. В сентябре 2017 начало продаж плюс регистрация гарантийных депозитов в криптовалюте. Также в октябре будет эмиссия токенов дополнительная. И первые узлы связи, управляемые партнерами, не участниками Domrider, будут осуществляться с сентября 2018 года. Это большая команда специалистов, которые работают над проектом. О каждом из них можно узнать более подробно. Также большая перечень тех проектов, в которые были вовлечены эта платформа.
каналы связи, пожалуйста, очень много. Присоединяйтесь к этому проекту. Подобные системы, подобные проекты при очевидной их высококачественной реализации, а с учетом тех параметров, которые мы рассмотрели, совершенно очевидно, что проект будет успешным. Осталось 26 дней. Принимайте в нем участие. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!